Почта, как одно из самых социально важных учреждений страны, свою работу в период пандемии не прекращает. Все отделения открыты и готовы обслуживать клиентов. Единственное отличие – появилась разметка для безопасного расстояния между посетителями, а сотрудники обеспечены масками и антисептиками. Наши сотрудники с пониманием ко всему этому относятся именно по указу Рашида Бориспиевича. Есть такие населенные пункты, где наши почтальоны или же наши операторы или наши начальники отделений связи, которые работают в других населенных пунктах и добираются, мы им подвозку автомобильную делаем. Они с пониманием относятся, с уважением относятся к своим этому. И они значимость и важность своей услуги, своей работы для того, чтобы мы сейчас последняя миля до клиентов, это все мы прекрасно понимаем, и они очень ответственно к этому относятся. Конечно же, целый спектр почтовых услуг жители республики могут получить и не выходя из дома, с помощью мобильного приложения или на сайте Почты России. А с недавних пор появилась возможность вызвать почтового курьера на дом. Если они вдруг захотят отправить какую-то посылку куда-то, или письмо, или посылку, или документы, курьер может приехать на дом по любому адресу, который Карачаево-Черкесской республики, и отвезти его, куда он пожелает. Многих сейчас интересует доставка товаров, купленных в интернет-магазинах, особенно китайских. Учитывая, что большинство из них работают сейчас в штатном режиме, проблем с доставкой возникнуть не должно. Кроме этого, Почта России пошла навстречу клиентам и изменила свои внутренние правила. Наше руководство в Москве приняло решение, если раньше посылки можно было в течение 30 дней получать, то сейчас мы можем его отсрочить. До 60 дней мы храним в отделении связи. Кроме этого, саму посылку могут доставить прямо до вашего дома. И цена на эту услугу также значительно снижена. Эрнест Чоков, Архиз, 24.